Всем привет! Привет подписчикам канала, привет тем, кто случайно зашел на огонек. За свою рыболовную жизнь, вот сколько я ловлю ротана, я его переел и переловил достаточное количество. Но у меня нет ролика на канале про жарку ротана. На ютубе он есть, у многих, а у меня нет. Вот я решил снять ролик, как мы жарим ротана. Пойман он 2 дня назад. Почистили, подсолили, и полчасика он у нас лежит подсоленный, пропитывается. Обычно мы его жарим, постоит подсоленный, и в панировочные сухари на сковородку. Но сегодня мы хотим попробовать его, добавим майонезика и чуть-чуть его обваляем в майонезе. Мы тут жарили на днях карася, обваляли его в майонезе, сделали много-много-много-много надрезов с обоих сторон, и получилось так, что в нем нету даже косточек, вот этих вилочек, вот, не попадается. И майонезом, и он такой, карасик получился нежненький, такой как бы пышненький. Ну вот сейчас хотим попробовать еще и майонезом, вот, помазать. Ага, ты хочешь показать размер ротана, и подняла выше камеры. Но я тебе вот это сам, ну вот такой вот ротанчик. Родителям завезли, себе оставили на сковородочку на одну свеженького. Надо будет, еще наловим. Мы тут это самое, как бы впрок его не ловим. Он у нас не лежит в холодильнике месяцами и не ждет своей очереди. Свеженького поймали, свеженького это самое. Вот сейчас он постоит минут 15, да, пусть 10 в майонезике, пусть постоит. Просто настоится, как это, как промаринуется чуть-чуть майонезом. Пока ротан маринуется у нас в майонезе. Тумочка решила сало Дима твоего поесть. Кончается оно у нас уже. Да, такое вкусное-вкусное. Да, Тома? Да. Скажи спасибо Дима за сало. Спасибо Дима за сало. Каждый вечер. Нарежет вот так вот. Тонкими-тонкими ломтиками. Меленько. Ну и я тут прикладываюсь. Вкусное сало. Что сегодня попробуем смешать сухарики с мукой. Да, сегодня мы обычно мы делаем или в муке, или в панировочных сухарях, или в пшеничной муке, да? Ну вот это вот. А сегодня вот карасей мы мешали панировочные сухари с мукой, и как бы понравилось очень. Сейчас и ротана мы так смешаем панировочные сухари с мукой, пока у нас тут он маринуется. А пропорции, да, что-то на глаз просто. Ну это опять же это. Нет, это не, нельзя сказать, что это эксперимент. С карасем-то мы так уже делали. Мешали. Сухарики с мукой. Ну понравилось. Ну что так, как на любителя, да? Потому что там сухари горят, а здесь они с мукой, он совсем немножко помяк. Ну да, если чисто сухарики, то надо, то они подгорают. В подсолнечном масле они потом остаются и горят, а тут их как бы поменьше получается сухари. Крупных ротанов мы подрезаем им спинку, потому что она ну, толстая, да, и чтобы она прожарилась хорошо, равномерно. Не было такого, что вверх сжарился, а внутренняя, ближе к позвоночнику, к кости, она была такая сыроватая, да? Да, Тома? Угу. Просто надрезаем. Костей у него нету таких, как у карася. Нет, просто чтобы прожарился. Только чтобы прожарился, да. Мелких так это не делаем. Мелких нет, только крупных. А вот только крупных, потому что ну, сильно толстое мясо. Так лучше. Недожаренное, так лучше. Если я с солью не угадал, вот разговариваем, если с солью не угадал, не досолю, то будем есть его с соевым соусом макать. Вот обваливаем смесь этих муки и панировочных сухарей и на сковородочку кладываем. Он прям как налим, да, вот налима жаришь, он скручивается, свежий налим. Так и ротан маленько это самое, как-то подкручивается.
когда масло начинаешь. Кажется, так не делай, да, не скучно. Манчера танка, да? Это не рыба. Ну, лягуха это, скорее всего. Лягуха? Ну да, на зиму засыпает, как лягуха. Рыбой не пахнет. Рыбьим жиром не пахнет. И майонез. Опять же, ну вот разумеется, майонез, в майонезе отвалим, первый раз сделаем. Карася сделали, понравилось. Надо было нам часть ротана в майонезе подержать, а часть нет, как обычно. И потом сравнить. Ну, тут на контрасте. Ну, я так думаю, майонез не испортит. Он своей пикантности придает. Ну да, красиво. Он не черный, не это. Слушай, он шевелится прям на сковороде. Это от горячего. Ну от горячего, да, его идет, он пожаривает. Ну и запах такой пошел уже по картине. Свежие жареные рыбки. А Дима мне сегодня прислал фотографии котлет из ротана. Говорит, а мы, говорит, балуемся котлетками. Ну а мы вот будем баловаться с жареными. На котлетке перекрутить у нас времени не было сегодня, фарш сделать из ротана. Тут маленькое то самое, у нас сумбурно. Я то не мешаю со своей съемкой рыбачить, но она, ой, рыбачить, жарить ротана мешаю со своей съемкой. Она обычно это делает, ну, без меня спокойно. Камера ей мешает немного. Дуся, киса, ты пришла кушать, да? Тебе дать попробовать? Слюнки глотает. Ты один из крупных. Сейчас попробуем, какой. Ой, да, спинка вот как раз. Одно мясо вообще. Спина хоть и, как сказать, толстая у него, крупная, но она прожарилась хорошо. А если я попробую ей дать? Ну дай, попробуй. Она у нас вообще-то не ест. Будешь? Давай, выборочно ест. Да, еда. Будешь, нет? Что-то ешь, что-то не ест, но попробуем. Вот такая вот плошечка у нас получилась. За вечер мы это не съедим, естественно, тут останется она еще. На утро ест? Да. Ну все, я не буду ее снимать, как она ест. Смотри. А то сглазим. Наконец-то наша Дуся начала есть ротана. По поводу ротана, я его тоже попробовал уже. С майонезом он не такой, как без майонеза. Он получился мягче, да, Тома? Маринованный уже. Ну, как, ну, да, можно сказать, промаринованный, потому что он у нас где-то полчасика полежал в майонезе. Да, он вкусный. Он получается не такой, как без майонеза, но тоже тот вкусный и этот вкусный. Тут как бы это самое, как сказать. Тут по суше. На выбор, да, тут по суше. По соли нормально я угадал, я зря переживал, что это самое. А вот что майонезом обваленный он, в майонезе подмаринованный. Получается вкусно. Нам карась понравился очень, когда мы его майонезом смазали. Да. А, по поводу голов. Мы иногда жарим с головой, а иногда обрезаем голову. Ее там как бы не скажешь, что у него там мозги есть, да, но посмотреть в голову можно. Вкусно очень тоже голова. Но иногда мы ее обрезаем и просто варим из нее уху. Или из ротанчика варим уху. Когда он сварилась рыба, мы ее забираем из супа этого рыбного. Ну и докладываем туда еще какие-то ингредиенты. Ну молодец, метелит. Молодец. Вот. Так что можно с головой жарить, а можно и без головы. Когда я вялю, я голову отрезаю, потому что там есть в голове вообще совершенно нечего. Чего зря ее там это сама сушить, тратить на это время. Очень вкусно, прямо очень. Очень, но я верю тебе, потому что мясо, я попробовал. Мясо? Да, мясо очень вкусно. Белое мясо. Не скажешь, что рыба. Вот, на рыбу, ну, не похоже. Это, естественно, вкусный ротан жареный. Вкусный пареный. Вкусный вареный. Вяленый. Сушеный, вяленый, копченый, любой. Котлеты из него обалденные. Еще говорят, из него очень вкусные шпроты. Но чтобы сделать шпроты, нужна эта самая, как... Скороварка. Не скороварка, а это, в чем банки-то ставят это. Автоклав этот называется, да? Вот у нас его нету, и ни разу мы шпроты не делали. Кто делал, говорят, это вообще вырви глаз называется. Просто-напросто. Язык проглотишь. Язык проглотишь. Вот так. Не глаз потеряешь, а язык проглотишь. Ну все. Всем пока. Всем до новых встреч. Мы тут это поужинаем. А вам пока-пока. Пока-пока.